друзья, у нас с вами сегодня ОГЭ из сборника Ященко «36 вариантов». Мы разбираем 7-й вариант, 2-ю часть. Это задание только по алгебре. Давайте приступим. Задание 20. Необходимо решить уравнение. Х в четвертой степени равняется 4х минус 5 в квадрате. Что я предлагаю сделать в данном случае? Я предлагаю минимизировать вообще какие-то квадраты, потому что если у нас четные степени, мы можем где-то упустить минус. Поэтому я предлагаю все собрать в левой стороне, приравнять к нулю и думать, что делать дальше. То есть у нас получается х в четвертой минус 4х минус 5 в квадрате, и все это равняется нулю. Смотрите, если мы х четвертое представим как квадрат, то мы стопроцентно получаем с вами разность квадратов. Что такое квадрат? Мы воспользуемся с вами свойством степени. Если у нас есть произведение показателей, то мы можем переписать вот в таком виде. А что такое х четвертое? Это 2 умножить на 2. Тогда мы можем записать вот таким образом: х в квадрате минус 4х минус 5 в квадрате. И мы получили с вами разность квадратов. А квадрат минус b квадрат. А что такое разность квадратов? Разность квадратов – это произведение двух скобок. А минус b умножить на а плюс b. Переписываем. У нас роль а играет х квадрат, а роль b играет 4х минус 5. То есть вот сюда мы записываем х квадрат, получается, а в эту сторону мы записываем с вами 4х минус 5. То есть на месте b мы записываем 4х минус 5. Что у нас тогда с вами получается? Первая скобка. Мы должны записать разность этих двух чисел. То есть от х квадрата мы должны отнять 4х минус 5. Но так как мы отнимаем, значит, мы меняем знаки на противоположные, умножить, а во второй скобке мы должны записать сумму этих двух чисел, то есть х квадрат плюс 4х минус 5. И это равняется нулю. Ну и что мы с вами помним? У нас произведение двух скобок. А когда произведение равняется нулю? Когда один из множителей равен нулю. То есть наше одно уравнение разбивается на два уравнения. Первое уравнение х квадрат минус 4х плюс 5 равняется нулю. Или второе уравнение х квадрат плюс 4х минус 5 равняется нулю. И давайте теперь просто посмотрим, что же у нас получается из дискриминантов. То есть можно, конечно, начать с применения теоремы Виета, обратной теоремы Виета, но не всегда решаемые уравнения, поэтому нужно прикинуть хотя бы, какой будет по знаку дискриминант, положительный или отрицательный. Смотрим на первое уравнение. B квадрат, то есть 4 в квадрате 16, минус 4 умножить на а на c, то есть минус 4 на 1 и на 5. Это получается минус 20. То есть что выходит? Выходит, что мы от 16 должны отнять минус 20, а это получается число отрицательное. Значит, первое уравнение корней не будет иметь. Давайте так и запишем. То есть докажем, почему оно не имеет корней. B квадрат 16 минус 4ac 20. Мы получаем минус 4 меньше нуля. Нет решения. Второе проверяем. B квадрат 16 минус 4ac, то есть плюс 20, мы получаем 36. 36 больше нуля, соответственно, это уравнение решаемое. Либо по обратной теореме Виета, либо через дискриминант. Ну, давайте сегодня посчитаем через дискриминант. Итак, дискриминант. B квадрат 16 плюс 20, 36. 36 у нас больше нуля. Значит, квадратный корень из 36 у нас шестерка. Ну и тогда считаем. Первый х, это будет минус b, то есть минус 4, плюс 6 разделить на 2а на двойку. Это мы получаем минус 4 плюс 6, 2, 2 разделить на 2, 1. И х второе мы можем посчитать. Минус 4 минус 6 разделить на 2. Минус 4 минус 6 – это минус 10. Минус 10 разделить на 2 – это будет минус 5.
И вот они, наши два с вами корня. Значит, лишнее мы все убираем. И получаем тогда в ответе один и минус 5. Все скрины с доски в ссылке в описании. А мы с вами переходим к 21 заданию. Задание 21. Из городов А и Б навстречу друг другу одновременно выехали мотоциклист и велосипедист. Мотоциклист проехал в Б на 56 минут раньше, чем велосипедист приехал в А. А встретились они через 21 минуту после выезда. Сколько часов затратил на путь из Б в А велосипедист? Значит, у нас есть с вами какая-то дорога. Пускай это у нас пункт А, а это пункт Б. Мотоциклист приехал в Б. Значит, здесь у нас с вами едет мотоциклист, а здесь у нас едет с вами велосипедист. Он приехал в Б на 56 минут раньше. Что это такое? Сразу по ходу, да? То есть, если мы возьмем время мотоциклиста и время велосипедиста, то получается, что так как мотоциклист приехал раньше, значит и времени у него было, соответственно, меньше. А чтобы найти вот эти вот 56 минут, это и будет как раз разница из того времени, которое у нас дольше, то время, которое быстрее, мы получаем 56 минут. Что получается дальше? Мотоциклист приехал в Б на 56 минут раньше, чем велосипедист в А, а встретились они через... То есть вот здесь, вот предположим, у них место встречи. Встретились они через 21 минуту после выезда. Сколько часов затратил на путь из Б в А велосипедист? Значит, нас интересует время велосипедиста. И это время у нас в часах. Небольшая проблема состоит в том, что мы не знаем расстояние между городами А и Б. Это расстояние мы возьмем за S. Пускай расстояние будет S. Значит, от этой точки до этой точки у нас расстояние S. Тогда мы можем узнать с вами, так как они встретились через 21 минуту, мы можем узнать их общую совместную скорость. Почему так? Ну, потому что так как они едут сюда и сюда, то каждый раз за какой-то промежуток времени их расстояние уменьшается. И это будет происходить как раз 21 минуту, и, соответственно, мы можем найти их совместную скорость. То есть, насколько же они все это уменьшали. Ну, давайте сразу по ходу будем потихонечку записывать. Значит, что мы с вами взяли? Мы взяли расстояние между городами за S. Пусть S километров. Расстояние между А и Б. Переведем теперь вот эти 21 минута мы переведем в часы. Потому что у нас речь идет дальше про часов, сколько часов затратили они на путь из Б в А, поэтому мы поработаем с часами. Значит, 21 минута, это у нас с вами 21/60 часа, можно сократить. 21/60 можно сократить на 3, мы получаем 7/20 часа. Это их время встречи. То есть через сколько? Через какое время, точнее, так будет красивее. Через какое время встретились? Что мы можем дальше найти? Дальше мы можем найти их совместную скорость. То есть тогда S деленное на 7/20, а это что будет? Это значит, мы S умножаем на 20/7, то есть 20 S/7, это у нас получается
километров в час, потому что расстояние километры, а это у нас часы, это их совместная скорость. Или скорость сближения, давайте так. Скорость сближения. Тогда давайте возьмем, так как нам необходимо найти велосипедиста, сколько он едет по времени, да, возьмем его вот это время за x. Пусть x часов время велосипедиста. Время, затраченное. Велосипедистом. А какое время затрачивает мотоциклист? А мы можем воспользоваться с вами вот этим выражением, которое мы записали ранее. Смотрите, чтобы найти время мотоциклиста, нам необходимо из времени велосипедиста отнять вот эти вот 56 минут. Но 56 минут нам нужно перевести в часы. Переводим. 56 шестидесятых, это у нас минуты, равняется, можно сократить на сколько? На 2, да, мы получаем на 4, можно сократить, 56 ведь на 4 делится, 40 на 4, 10, 16 на 4, 4, то есть будет 14, а 60 сократить на 4 у нас получается 15. То есть 14-15 получается у нас часа. Это разница по времени между мотоциклистом и велосипедистом. Разница во времени. Ну и тогда мы можем найти, какое время затратил мотоциклист. То есть если мы от икса, то есть от времени велосипедиста, отнимем вот эту вот разницу, то есть отнимем 14-15, это у нас будет время, затраченное мотоциклистом. Время, затраченное мотоциклистом. Ну и зная расстояние теперь и то, с какой скоростью ехал, получается, велосипедист, мы можем найти его скорость. Расстояние у нас s, скорость, получается, велосипедиста это x, значит, это у нас получается километры в час, скорость велосипедиста. И можем найти скорость мотоциклиста. Если расстояние s, время, которое тратит мотоциклист x минус 14-15, то получается s деленное на x минус 14-15 километров в час. Давайте немного упростим, приведем к общему знаменателю. Это получается 15 у нас идет в числитель, и сюда добавляется к x 15. То есть мы получаем тогда 15s деленное на 15x минус 14 километров в час. Это скорость мотоциклиста. Ну и мы знаем их совместную скорость. Зная совместную скорость, в скобочках, скорость сближения. Составим и решим уравнение. Ну и тогда в результате что у нас получается? Если мы скорость велосипедиста складываем со скоростью мотоциклиста, мы как раз получаем их совместную скорость. Теперь главное не ошибиться. Итак, s x плюс 15
S 15x минус 14, это равняется 20s седьмых. Смотрите, что получается. У нас в каждом слагаемом есть s. Мы можем от него избавиться. То есть мы можем умножить левую и правую часть на одну s. Ну и тогда чуть-чуть попроще будет уравнение. 1x плюс 15x минус 14, и все это равняется 27. Давайте левую часть приведем к общему знаменателю, попробуем немного упростить, чтобы потом применить правило пропорции, то есть чтобы сделать произведение крест-накрест. Сюда дополнительный множитель 15x минус 14, а у второй дроби дополнительный множитель x. То есть мы получаем тогда 15x минус 14 плюс 15x, а здесь получается x умножить на 15x минус 14 равняется 27. Приведем подобные слагаемые в числителе, получается 30x, деленное на x, 15x минус 14, так, минус 14 потеряли, равняется 27. Так как это у нас с вами дробно-рациональное уравнение, необходимо найти ОДЗ. То есть, почему ОДЗ? Потому что на 0 делить нельзя. Тогда получается, что x у нас не равен 0, а мы нигде не делали никаких ограничений, поэтому здесь придется делать ОДЗ. Мы не стали делать ограничения, что скорость не может быть там отрицательным числом или что-то в этом роде. И, соответственно, 15x минус 14 не равняется 0. Что это значит? Это значит, x не равняется 14/15. Ну, а теперь можем применить правило крест-накрест, да? То есть мы произведение крайних на произведение средних. То есть у нас получается 30x минус 14 умножить на 7 равняется 20x умножить на 15x минус 14. Раскрываем скобки. У нас получается 210x минус 14 умножить на 7, это будет 98, равняется 20 на 15, это будет 300x квадрат. И минус 20 на 14 получается 280x. Перенесем 210 к 280. Что у нас тогда получается? 300x квадрат. Переносим с противоположным знаком. Значит, будет минус 490x и плюс 98. 300x квадрат минус 490 и плюс 98. Что можно сделать? Ну, максимум, что здесь можно сделать, это разделить на 2. Тогда у нас получается 150x квадрат минус, здесь делим на 2, получается 200, и 90 разделить на 2 – 45. То есть 245x и плюс 98 на 2 – это будет 49. Ну и считаем дискриминант. Значит, нужно 245 возвести в квадрат, минус 4 умножить на 150 и, соответственно, умножить на 49. Ну, здесь я уже не буду считать на самой доске, посчитаю отдельно и скажу вам результат. Ну, и я посчитала, у меня получилось 30625. Ну и нам необходимо найти квадратный корень из 30625. Ну, для этого вам дали калькулятор на экзамене. Соответственно, мы можем воспользоваться хотя бы калькулятором, потому что в таблице квадратов такого числа нет. Значит, мы ищем корень квадратный из 30625. Это будет 75. Значит, дискриминант у нас больше нуля. И мы получаем, что
квадратный корень из 30625 это 175. Ну и осталось найти теперь корни. Я здесь уже вкратце запишу, потому что мне не помещается. Значит, что получается? Нам нужно минус b, то есть 245, читаем на калькуляторе, 245 плюс 175 и разделить на 2a, то есть на 300. Это получается 1,4 часа. И x второе, соответственно, у нас получается минус b, то есть 245 минус 175 и разделить на 300. Там получается периодическое число, значит, придется нам с вами его записать. Значит, давайте еще раз. Это получается b 245 плюс минус, да, у нас с вами минус 175, это будет 70. И 70 мы делим на 300. То есть получается 7 тридцатых. А 7 тридцатых мы переведем с вами в минуты, да? То есть 7 тридцатых это у нас сколько получается? Если мы домножим на 2, мы получаем 14 минут. Ну, потому что 14 шестидесятых это будет 14 минут. А что такое 14 минут? 14 минут у нас с вами получается, если мы возьмем за 14 минут время, то выходит, что за x мы же брали с вами время, затраченное велосипедистом вообще в сумме, то есть сколько у нас ехал из пункта А в пункт Б. Но что мы читаем по условию задачи? То, что они встретились через 21 минуту. Значит, не может быть такого, что он всего затратил 14 минут, а ехали они 21 минуту. То есть эти 14 у нас меньше 21 минуты и значит не подходит, не существует. Такого быть не может. И значит, вот у нас с вами получается ответ 1,4 часа. Значит, пишем ответ 1,4 часа. Ну и осталось 22 задание. Необходимо построить график функций. Это у нас с вами кусочно заданная функция, где на каждом кусочке, соответственно, свой график. Если мы с вами внимательно посмотрим, то x больше либо равно 4, мы строим квадратичную функцию, графиком является парабола, а x меньше 4 мы с вами строим гиперболу, обратная пропорциональная функция. Но для того, чтобы построить, сначала нужно разобрать. Значит, мы так и пишем. Первое. Рассмотрим. Функцию, или давайте так, рассмотрим на x, принадлежащим от минус 4 до плюс бесконечности, функцию y равняется x квадрат плюс 4x плюс 6. Обязательно написание, как называется функция, что является, и ее ключевые вот эти вот моменты. Значит, это у нас с вами квадратичная функция. Квадратичная функция. Графиком является парабола. Смотрите, коэффициент а положительный, значит, ветви направлены вверх. То есть а равняется 1, можно так записать. А равняется 1 больше 0, ветви направлены вверх. Что у нас, что от нас требуется при построении параболы? Во-первых, парабола обязательно для построения параболы нам необходимо найти вершину параболы. Значит, вершина параболы
Вершина параболы ищется по формуле, оно есть в справочном материале, x нулевое минус b разделить на 2a. Я вот здесь буду черновик использовать. X нулевое равно минус b разделить на 2a. Смотрим, b у нас 4, значит получается минус 4 разделить на 2a, то есть это получается 2 на единицу, это будет минус 2. То есть по x вершина у нас минус 2. Теперь ищем y нулевое. Чтобы найти y нулевое, нам достаточно x вершину подставить в формулу. Получается минус 2 в квадрате, 4 умножить на минус 2 плюс 6. 4 на минус 2 это получается минус 8. Значит, здесь минус 8, здесь плюс 6, а минус 2 в квадрате – это 4. 4 плюс 4, 4 плюс 6 – 10, 10 минус 8 – 2. Значит, вершина параболы получается минус 2, 2. Что дальше? Дальше у нас есть точка пересечения с осью Y. Всегда коэффициент C, который у нас с вами свободен, да, свободный коэффициент – это та точка, в которой парабола пересекает осью Y. Это во-первых. А во-вторых, давайте запишем, что у нас еще есть ось симметрии, то есть x равняется минус 2, а ось симметрии это всегда та прямая, которая проходит через вершину параболы. То есть если у нас вот так получается парабола, то вот эта вот ось, левая половинка и правая половинка, они всегда симметричны. То есть вот эта точка симметрична этой точке относительно прямой, которая проходит через вершину параболы. Значит, здесь мы можем написать, что это ось симметрии. Зачем нам это требуется от нас? А для того, чтобы меньше точек брать для построения параболы. Это у нас ось симметрии. Что дальше? Точка с координатами 0, 6 – это точка пересечения с осью Y. Точка пересечения с осью OY. Ну и давайте проверим, есть ли нули у нашей функции. Нули – это когда y равняется нулю. То есть это получается x квадрат плюс 4x плюс 6 равняется нулю. Если у нас здесь с вами корни, хорошие ли они? Если они не очень хорошие или их нет, то в принципе и не особо будем на это обращать внимание. Значит, что у нас получается? B квадрат 16 минус 4ac. Это получается 4 умножить на 6 – 24, то есть мы получаем отрицательный дискриминант. А отрицательный дискриминант нам показывает, что нулей функции не будет. Ну тогда давайте это запишем. Итак, значит нулей функции нет, так как дискриминант меньше нуля. Все. И теперь нам необходимо построить такую мини-таблицу. Мы ее не будем сильно большую брать. Сейчас я возьму пока только одну точку, а остальные мы подберем. Почему? Смотрите, у нас уже есть вершина, у нас есть ось симметрии. Это очень хорошее, что мы об этом помним. И у нас есть точка пересечения с осью Y. Поэтому для построения параболы нам необходимо точно определить, где будет парабола, в точке минус 4, а другую точку мы уже по ходу с вами сориентируемся, когда будем строить саму функцию. Итак, считаем при минус 4. Значит, у нас получается минус 4 в квадрате плюс 4 умножить на минус 4 плюс 6. 4 в квадрате 16, здесь получается минус 16 плюс 6. Ну и в результате мы с вами что получаем? 16 минус 16 уничтожается и остается шестерка. Значит, при минус 4 у нас будет y равняться 6. Пока на этом все. Давайте разберем вторую часть нашей функции. Ставим цифру 2 и пишем. Рассмотрим. На x, принадлежащем от минус бесконечности до минус 4, функцию y равняется минус 36x. Что это за функция? Это у нас с вами обратная пропорциональность. Графиком обратной пропорциональности является гипербола.
Значит, график. Гипербола. И смотрите, что получается. Так как минус 36 меньше нуля, то есть если бы мы с вами вот прям конкретно эту гиперболу строили, то мы бы понимали, что она будет располагаться во второй и четвертой четверти. Но как, так как у нас ограничено, получается, смотрите, минус четверкой, то гипербола будет располагаться только во второй четверти. Ну, не так, как я построила, ну, просто я вам показываю, где она будет располагаться. Значит, мы так и запишем. С учетом ограничения. Ограничение. Располагается. Во второй четверти. Ну и что у нас с вами? У нас с вами есть еще область определения этой функции. X не равняется нулю. Ну а у нас x в принципе и не равняется нулю, потому что у нас идет от минус бесконечности до минус 4. То есть область определения у нас с вами так и будет. От минус бесконечности до минус 4. Ну и в принципе у гиперболы здесь ничего такого больше и характерного мы не можем написать. Поэтому мы возьмем с вами вот эту точку минус 4. Если она у нас не будет совпадать с шестеркой, значит мы подпишем, что это у нас выколотая точка. Потому что минус 4 не входит в область определения данной функции. Ну давайте посчитаем. Минус 36 разделить на минус 4. Минус на минус даст плюс. 36 разделить на 4, это получается 9. Значит, здесь мы подписываем, что это выколотая точка. Ну, а другие точки мы уже потом с вами подберем, если будет необходимость. Теперь давайте определимся с осями. Потому что если мы с вами возьмем оси в лоб вот так вот посерединке, как мы привыкли, минус 4 у нас располагается с этой стороны. Парабола будет у нас где-то приблизительно располагаться минус 2, 2 вот здесь вот. Вот таким вот образом. А здесь где-то будет располагаться гипербола минус 4, 9. Вот сюда у нас она пошла. То, соответственно, что получается? Получается, что вся основная, весь основной чертеж у нас сосредоточен с вами на вот в этой вот области. То есть положительного икса практически нет, отрицательного игрека тоже нет, не то что практически, его вообще нет. Значит, мы с вами построим таким образом координатную плоскость, чтобы у нас была в основном видна только вторая координатная четверть. Причем учитываем так, что по игреку мы должны поместить аж 9 единичных отрезков. Ну, я возьму за одну клеточку, чтобы мне еще вторая часть нашего с вами задания поместилась. Значит, здесь у нас с вами пойдет, пускай будет 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ну и нижнюю часть, конечно, немножечко мы с вами возьмем. Здесь тоже немного захватим. И в основном у нас пойдет все на отрицание. На отрицание тут не так много, но возьмем где-то вот таким образом. Значит, оси мы потом подпишем. Конечно, вы все строите под линейку, потому что, ну, чертеж – это ваше уважение к тому человеку, который будет вас проверять. Все-таки это должно выглядеть аккуратно. Значит, смотрите, вот эта линия минус 4, ее строить нет необходимости, я ее ограничиваю, чтобы мы с вами понимали, с какой стороны что мы строим. С этой стороны у нас пойдет парабола, с этой стороны пойдет гипербола. Ну, тогда давайте строить. Что у нас получается? Вершина параболы минус 2, 2. Вот здесь у нас вершина параболы. Дальше 0,6, точка пересечения с осью Y. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И симметрично как раз ей точка и получилась. Та точка, которая у нас идет минус 4, 6. Ну и в принципе здесь можно взять еще точку, например, минус единицу. Посчитать, сколько это будет. Значит, минус 1 в квадрате 1, минус 4, минус 3, минус 3 плюс 6 будет 3.
Значит, минус 1 это будет тройка и симметрично ей точка сюда. Ну и в принципе этого достаточно, чтобы построить параболу. Вот здесь вот никаких угловатостей не должно быть. Значит, мы плавной линией соединяем с вами эти точки. На точке, которая у нас с вами с координатами минус 4, 6, мы останавливаемся. А вот с правой стороны мы строим до тех пор, пока видна ось Y. То есть мы понимаем, что слева у нас ограничен график, а справа он идет бесконечно вверх. Все, параболу мы построили. Теперь с левой стороны, я уберу эту вспомогательную же линию, с левой стороны мы строим гиперболу. Значит, что у нас получается? Минус 4, 9 – это выколотая точка. Вот здесь вот у нас будет с вами выколотая точка. И мы должны пойти вниз. Ну, какую мы можем точку с вами взять? Например, мы можем взять, чтобы хорошо еще делилось на минус 36, можем взять минус 9, да? Минус 9 и еще на 36 у нас. Ну, давайте минус 9 пока возьмем. Минус 9 – это получается четверка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре. Вот у нас получается. То есть вот таким образом у нас пошла с вами гипербола. И она пошла бесконечно вниз до тех пор, пока она не встретится с осью x. Но она не встретится с осью x. Но она будет бесконечно приближаться к ней. То есть вот таким образом у нас с вами выглядит график. Ну и теперь подписываем оси, ось Y, ось X, единичные отрезки 0, минус 1, минус 1 и 1. Ну и можно ключевые точки подписать. Значит, здесь у нас получается с вами минус 4. Здесь мы получаем с вами 6. Ну и теперь нам необходимо ответить на вопрос, при каких значениях m, прямая y равняется m, имеет с графиком ровно одну общую точку. Что мы понимаем? Мы понимаем, что y равняется m, это семейство прямых параллельных оси у x. А теперь давайте рассматривать все ключевые моменты. Смотрите, если мы построим с вами прямую вот сюда, то есть через вершину параболы, и вот просто мысленно себе представьте, что у нас гипербола пошла вниз. До каких пор она будет идти вниз? Смотрите, если я ось x продолжу, она будет идти и бесконечно приближаться с осью x. Но что получается? Смотрите, вот эта прямая, сейчас я ее возьму другим цветом, пускай она будет вот таким. Вот, когда она доходит до вершины параболы, она имеет с нашим графиком уже две общие точки, но все, что ниже, у нее получается одна общая точка. Ну, не совсем ниже, вот с этой стороны. То есть с этой стороны у нее получается одна общая точка. То есть от нуля до вот этой точки, до двух, у нас получается одна общая точка с графиком. Давайте это каким-то образом сейчас с вами изобразим. То есть вот до сих пор у нас с вами получается... Давайте ось х немножко тоже продолжим, чтобы можно было удобнее писать. Значит, вот здесь у нас с вами получается одна точка. Ниже, если мы идем, это ноль точек. То есть нам необходимо разобрать все-все абсолютно варианты от минус бесконечности до плюс бесконечности по оси Y. Значит, что мы смотрим дальше? Дальше у нас получается выше. До каких пор? Вот до сюда. У нас будет три точки. Три точки. И на этой линии тоже три точки. До каких пор? Пока у нас прямая не пройдет через вот эту выколотую точку.
То есть вот здесь вот на интервале у нас получается. Так. Здесь у нас будет 3 точки. Здесь у нас получается 2 точки. А вот здесь 1 точка. Отсюда и выше у нас тоже пойдет 1 точка. 1 общая точка. 1 точка. И теперь рассмотрим все эти варианты. То есть при от минус бесконечности до нуля включительно, при m, принадлежащем интервалу от минус бесконечности до нуля, у нас 0 общих точек. 0 общих точек. Дальше мы двигаемся с вами. От нуля уже выколотая точка до 2, да? Здесь же у нас с вами двойка. От 0 до 2, причем 2 тоже будет выколотая точка, потому что если мы возьмем 2 как не выколотую точку, у нас как раз получается, что 2 общие точки будут, а нам необходимо 1. Значит, мы пишем 1 общая точка. Дальше. От 2 до 6 включительно, то есть m принадлежит от 2 до 6, 3 общие точки будет. 3 общие точки. Дальше m принадлежит от 6 до 6, 7, 8, 9. Здесь у нас девятка. До 9 не включительно. Это будет 2 общие точки. И уже когда m у нас принадлежит от 9 до плюс бесконечности, это будет 1 общая точка. Значит, в ответе мы записываем. Нас интересует 1 точка. Ищем, где это будет. Это при m, принадлежащие от 0 до 2. И последний случай от 9 включительно до плюс бесконечности. Да, не очень у нас простой получился 7 вариант, 21 задание и 22, но такие, да. Хотя сама функция получилась не очень сложная. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Давайте готовиться к экзамену вместе. До новых встреч. Пока-пока.